Ну, наконец-то я дошла до посуды. Смотрим, что. Так, 149 гривен. Такой небольшой салатник. Вот в дизайне. Это Турция. 89, 169, тарелочка 129 гривен. Да, это Турция. Вот такие вот цвета. 319 гривен. Вот такая вот подставка на ножке. Тортоница. Небольшого размера для тортика. 24, наверное. Просто вот такое вот блюдо, стекло, 239 гривен. Минажница 145 гривен. Этажерки двухъярусная, клубнички 453, зеленая с цветком. 475 и прозрачная фигура 540 гривен с блеском 690, 663 квадратная для пирожных, какая-то она перекошенная немного, а также вот такие вот блюда круглые, блюдо-крутилка. Стоит оно 335 гривен, 317 меньше диаметр. И вообще красивое, 389 с такими брускетами, с помидорчиками. Еще одна новинка на этом столе. Вот такой вот, это даже не сервиз, сам себе, наверное, его собираешь. Оливка, лаванда, лимон. Блюдо с лимоном и оливкой. Это Фиора, собственный бренд. Смотрите, какой. Можно собрать себе сервиз. Тарелки, блюдце, чайник. Очень приятный желтый цвет. Смотрите, какие подтарельники. Вот. Сейчас. Какой волнистый край. Синим. Тарелочка. Так, что по ценам? Итак, чашка 186 гривен, тарелка десертная 16 сантиметров 161 гривна, тарелка обеденная 21 сантиметр 223 гривны, тарелка 25 сантиметров 273 гривны. Так, что тут у них идет? Заварник на литр. 686 гривен. Вот этот вот заварник. 686 гривен. Симпатично. Очень и очень. Мне такое нравится. Вот чайник поближе. И есть еще вот такие чашки-кружки. 186 гривен. Блюдо. Блюдо 623 гривны. Угу. Лимончики какие яркие. Вот еще один стол с посудой. Когда на столе стоит посуда, конечно, оно гораздо понятнее, как оно будет у тебя выглядеть. Плюс есть еще скатерть, приборы. Сразу все заиграло. Такая вот дорожка, раннер. Смотрите, это сервиз Лефарт. Вот тарелка глубокая, салатник бежевая, очень красиво. Стоит такой сервиз 5925 гривен. Вот столовый сервиз Фарфор Фиора, это собственно бренд Эпицентра. Смотрите, какую текстура Фиора. Есть две комплектации. На 25 предметов стоит 5500 и на 15 предметов 5500.
чашка. Белый, небольшой. Вот тарелочки. Вот такая вот рель-салатница или фиала. Очень нежный. Иду дальше. Так, тут у нас сразу три сервиза. Сервиз столовый. На 6 персон, 23 предмета. Костяной фарфор. 9980 гривен. Вы можете видеть рисунок. Тоже Фиора, собственный бренд Эпицентра. Это уже... Это столовый сервиз, это чайный, 15 980 гривен на 12 персон, 39 предметов. Блюдца. Небольшие аккуратные чашечки. Чайник, сахарник. И вот таким розовым подтоном, если вам удается его уловить. Стоит такой сервиз 7980 гривен на 6 персон, 20 предметов. И еще сервиз, вот такой вот мраморный принт. Это Фиора, бренд Эпицентра, хотя это закос на мануфактуру Диберн, вот, который давным-давно выпустили такую посуду. Предлагают два варианта в столовом сервизе за 11 980 гривен. Там блюда, спецовники, салатники и сервиз для чая за 7980 гривен. Там чашки, блюдца. Вот такая вот вариация. И еще один сервиз. Тоже в двух комплектациях. Вот такая вот, ну, вот глубокая тарелка. Рисунок веточка. Коричневая, серебристая. И тоже закос на мануфактуру Диберн. Black Forest, Gold Forest. Изысканные тарелки. Чашки повторили дизайнеры для Эпицентра. Тоже Фиора. Тоже фарфор. И тоже 11 980 гривен столовый сервиз и 7980 гривен. Это чайные блюдца, чашки, кружки. Вот такие вот тоже с деревом а-ля веточка, а-ля Диберн. Так что вот так вот увидела я тут такие сходства. Еще стол с двумя сервизами. Это столовый сервиз на 6 персон, 26 предметов, почти 12 тысяч. Тут уже вот такой вот рисунок. И из этой же линейки чайный сервиз 7900, 6 персон, 23 предмета. Небольшая чашечка для чая, так и для кофе, блюдце. Чайник, заварник, ну и, конечно, блюда сервировочные. Смотрите, какая зелень, свежесть. 23 предмета, 6 персон. Ага, это не Наруми, это Фиора. Я же думаю, что это по цене не то. Просто столовый белоснежный сервиз. Также в комплектации для чая. Какой соусник. Можно так, смотришь, чашка, так, соусник. Так, так понимаю, Наруми уже у них заканчивается. Или не заказывается. Сейчас он уже распродается. Вот за 20 925 гривен. С таким рисунком. Вот клеймо. Наруми.
на 6 персон 28 предметов. Тарелки, блюда, миска, пиалы. Ну вот так, такой вот наруми. Ну вот такие вот яркие островки с посудой, с тарелками, с мисками, с миниатюрными чашками. Это Вилмакс, Англия. Очень известная и популярная у нас посуда, как и в белом цвете для чая, так и в разнообразии цветов. Вы только посмотрите. Да, это уже коллекции прошлых сезонов, но еще продаются у нас. Смотрите, какой стол с бокалами. Итак, 432 гривны. Бокал для вина 600 миллилитров. Угу. Далее идут стаканы с полосками для шампанского в розовом оттенке и такая серая дымка. Как по мне, немного грубовато. Хотя это все, как говорится, вкусовщина. Вот вся посуда, которую можно докупить поштучно к своим сервизам, если у вас побилось или вам не хватает. Блюдо 612 гривен. 912. Глубокая тарелочка 370. Чайники. Чайники-заварники. Сахарник. Кофейная пара вообще просто манюнька. 249 гривен. К разным сервизам разные линейки. Хочу еще отметить детские наборы посуды. Очень нежные дизайны. И на подарок 179 гривен. Просто милота в красивой коробке. Нежные принты. Вот если еще детки совсем маленькие. Просто уточки, коровки. Ну а кто уже постарше, те любят, конечно, уже посуду с диснеевскими героями, ну и также героями любимых игрушек. Например, девочки, это Лол. Тут вот посуда, чашка, тарелочка. Так, а для мальчиков я не вижу, что у них тут. Для мальчиков пока ничего нету, только Лолы. Вот набор стоит 240 гривен, 360. Смотря какая комплектация. Или просто отдельно купить стеклянную тарелочку можно, чашку. Или не обязательно прозрачную. Класс. Кот Том. Ну и, конечно же, люминарк. Куда без него? Смотрите, какая цветовая гамма. От серый, белый, голубой, светло-синий и черный. Сейчас он по скидке. 74, 84 гривны. Такие, как треугольники, ромбы. Так. 64 гривны стоит вот тарелка. Диаметр 25 сантиметров. Черная посуда, кто любит. Целое блюдо. 262 гривны. 209, вот поменьше. Можно, наверное, что-то запекать. Можно и подавать. Так, стекло такая. Это уже не люминарк. Коричневые.
Ага, тут идет люминарк уже с рисунком стеклянной тарелки. Цены 83 гривны. Небольшая. И большая тарелочка 92 за одну штуку. Вот нежная. Бирюзовый. Синий более такой глубокий. Тоже все со скидками. Красный. Коралл. И белый. Тут иллюминарк у них. 45 гривен. Такая вот глубокая тарелка. 45 гривен. Белая тарелочка. Диаметр 25 сантиметров. Простая. Без рисунка. Луна. 79 гривен. Салатники 245 гривен. $59. Люминарк, тарелка 23 сантиметра. Диаметр квадратный. Есть еще вот такая. То ли салатник, то ли глубокая. Так, тарелка для стейка, ну или блюда для рыбы. 248 гривен. Много по скидке сейчас распродают. Можно что-то подобрать новенькое. И вот такая тарелочка 159 гривен с цветочками. Это луна. Есть еще к ним и чашки чайные. Небольшие салатники. Маленькая тарелочка. Вот рисунок. Букетик какой-то. Нет, не букетик, это какие-то весенние цветы. 69 гривен чашка, тарелочка 45. Салатник тоже 45. Кто любит голубую, тут уже скидки нету. Может быть, это новинка приехала. Есть это и такая вот керамика. 143 гривны стоит. Тарелка обеденная 26 сантиметров. 198 в таком принте. Для каши, для бульона, супа 142 гривны. Серая с листиками. Ну и чашки в тон. Черный двухцветный. А, чашки авокадо. Тарелки и блюдца. Так, 92 гривны. Смотрите, какая тарелочка с авокадо. Так, чашка авокадо 105, тарелка подставная 25 сантиметров, 198 гривен. Вот, 172 гривны такая тарелка-миска с авокадо. На этих стеллажах уже распродают прошлогодние коллекции. Это турецкая посуда. Она была в разных цветах. У меня такая розовая есть. Такие розовые я себе покупала. Вот тот же подобие камень-мрамор. О, вот такие у меня розовые. И вот такие у меня для первого. И для второго блюда. Такая еще селедочница. Чашки, кружки. Вот так. Видите, распродают 135, 145. Нет. Это стикер. К ним хорошо сочетаются очень вот эти вот зеленые бокалы. И вот матовые чашки. Вот так же они были и в таких принтах с цветами. Это все Турция. Вот цветок. Тарелка поменьше, побольше. Чашка глубокая. Салатник
очень красиво смотрится. Глубокая тарелочка 149 гривен. Форма одна и та же. А, разные принты. Однотонные и с цветами. Новинка. Что же у них новинка? Вот это новинка. 350 гривен. 351 гривна. Орланд. Так, чашки. Да, это новинка. Вот еще у них есть миска и блюдо для сервировки. Чашки. Кружки. Вот еще табличка новинка. Такая вот стоит 109 гривен. Неровный край. Залили таким цветом, как акварелью какой-то. Так, сиреневая новинка. 169 гривен стоит. Тарелка подставная. 27 сантиметров. 129 гривен стоит. 20 сантиметров тарелочка. И вот такой зеленоватый оттенок. 99 гривен стоит тарелка обеденная. 20 сантиметров. Вот это она. Вот еще, ага, вся линейка. Большие тарелки, поменьше, квадратные. Вот такое вот блюдо, квадратная керамика. 18 на 18 стоит 229 гривен. Вот, прямоугольник 399. Вот это вот прикольные тарелочки для пасты, для десертов. То, что надо. Угу. Вот еще такая тарелка. Да, они идут гораздо дороже. 399 гривен. Ой-ой-ой-ой-ой. Такая вот порция. Блюдо круглое. Это не совсем блюдо круглое. Вот такие вот новинки по керамике в Эпицентре. Еще стенд с стаканами. Так, сейчас они по скидке 199, синий. 199. Голубой, беж, желтый, лососевый, розовый, зелененький. 115 гривен. Вот такой большой бокал для воды. Рюмочки. 76 гривен. Ага, есть еще зеленый, синий, розовый. Да, их тут очень много, так что вы еще успеваете. И классные, конечно же, Wilmax заварники. Вот есть кувшины 675. А, это не заварники. Вот заварники с пробкой такой. Но единственное, что они внутри без... ситечка, только такой, но там уже крышка другая. 870 гривен. Вот у них емкости разные еще для уксуса, для масла, ну и банки для хранения.